Подготовка к весенне-летнему сезону благоустройства города началась заблаговременно. Коммунальщиками Галуда в этом году уже приобретено необходимое количество расходных материалов для укладки асфальта. Помимо этого, приобретено несколько единиц спецтехники для выполнения дорожных работ. Директор городского эксплуатационного линейного управления дорог рассказал вечернему Магадану о том, как технику готовят к весенне-летнему сезону. Работы проводим у нас техническое обслуживание номер один, техническое обслуживание номер два. Это регулировка основных узлов агрегатов, замена фильтров, масел, всевозможных технических жидкостей. Готовится на данный момент у нас три асфальтоукладчика, шесть катков дорожных разной направленности, в том числе и по грунтовым дорогам. В этом году финансирование работ по благоустройству столицы Колымы существенно выше, чем в предыдущие годы. На эти средства запланирован масштабный объем работ. Предстоит как значительный ремонт городских автомагистралей, так и небывалая реконструкция дворовых территорий. Под это столице Колымы выделено 170 миллионов рублей. Для того, чтобы осуществить эти грандиозные планы, необходимо обеспечить ГЛУД и подрядчиков всеми необходимыми ресурсами. Сегодня мэр города Юрий Гришан выехал на базу ГЛУДа, чтобы проверить готовность спецтехники. Уже понятны объемы, которые получены в виде дополнительных денежных средств и по программе «Столицу», которую губернатор утвердил, и дополнительные деньги по БКД 2.0. И вот сейчас мы с депутатами рассматривали вопрос плана благоустройства на 2021 год. Но все эти планы сбудутся только тогда, когда вся цепочка будет отработана. Вот сейчас руководитель предприятия нашего ГЛУД Петр Петрович доложил о том, что щебень закуплен, отсев закуплен, битум закуплен, топливо закуплено, технику мы сейчас смотрим, та, которая новая, вот у меня за спиной, она пройдет техническое обслуживание и будет готова. Мы работаем не только на себя, но и в том числе на подрядчиков, которые будут выходить, которые могут сделать все, кроме укладки асфальтобетонной смеси. Еще дворовых территорий, 170 миллионов, это дворовых территорий, это огромные на самом деле денежные средства, и очень напряженное будет лето, хотелось бы, чтобы у нас так вот все как бы и сработало, чтобы никто ни в чем не подвел. Уже в мае планируют начать с работ по точечному ремонту дорожных ям жидким асфальтом. Как только позволят погодные условия, начнется кампания по благоустройству. Все подготовительные работы, по словам главы города, выполнены. В ГЛУДе отметили, что есть некоторая нехватка кадров, и сейчас ведется набор сотрудников.